Субботнее утро на MTV. Доброе утро, дети. Как вы там поживаете? Василий Стрельников, «Викендный каприз», MTV, Саша Кам. И мы сегодня без Яны, и без Тани, и без Мании, и вообще без всех. Вот так вот. Доброе утро, Саша Кам. Как дела? Дорогие друзья, вот так вот. Весна пришла. Обострение, о котором мы говорили на прошлой неделе, продолжается вовсю. И вы сегодня поймете, о чем я говорю. Если вы первый раз настроились на наш канал в это время, в субботнее утро, добро пожаловать. Впереди фотогалерея, их разыскивает MTV. И поверьте мне, сегодня будет нечто, галерея. Такого мы еще ни разу не получали. Просто супер. И также ваш шанс найти себе друга по переписке в полевой почте MTV. Бог ты мой, она пришла. И микрофон взяла. Rock the house! Здравствуйте! У нее сегодня... Она заболела, у нее голоса нету, поэтому мы сегодня ее не услышим. Ей, правда... Ей микрофон, правда, дали. Здравствуй, Васенька. Я не слышу тебя. Что она говорит? Здравствуй. Саша Кам, что она говорит? Не знаю. Насчет Саши Кама. Очень интересно. Пицик. Пицик ВВ из Свердловской области, города Дегтярска, пишет. Живу я в Свердловской области, в городе Дегтярске. Это понятно, учусь в медицинском колледже. Очень хочу стать фельдшером, но пока не сильно. Не знаю, о чем он говорит. Клевый чувак Саша Кам. Что у нас происходит? Кто-то... Ты, значит, зачихал? Нет? Нет, Саша Кам. Клевый чувак Саша Кам. Хочу ему сказать огромное спасибо и передать привет от всех екатеринбуржцев. Саша Кам, ты становишься очень популярным. Ну, раз Яна взяла микрофон, можно нам такой in the house сделать? Сейчас сделаешь нам рэп? Yeah. Потому что вот интересное послание. Василию от соединения Дрелли куда попало. Дрелли куда попало. С передачей горячего привета Саши Каму. Суть послания. Прочитай, Василий, вслух. Эти стихи, окей? Okay? А ты это... Окей? Okay? Окей. Саша Кам, каман, каман. Саша Кам, ко мне в мой хом. Yeah. В мой уютный кегель, кегля-бам. Саша Кам, Саша Кам. Yeah. Льни ко мне, Саша Кам. В мою комнату, майнкам. В мою комнату, майкам. Саша Кам, Саша Кам. Пуш на экране и экран. Пуш на экране, стоп-кран. Yeah. Севочка, in the rock in the house. Саша Кам, Саша Кам. Руби пионерский кан-кан, Саша Кам. Вот так вот, это Дрелли куда попало. Как вы видите, дорогие друзья, обострение продолжается. Мы вернемся к этой теме чуть-чуть попозже. К первой заявке переходим. Что она сказала, я не слышу. Она что-то говорит? Нет, я не слышу. Алина Гаткаченко, передайте привет моей самой нежной... Мой самый нежный поцелуй моей маме. Держись, мамочка. Вот это вот хорошее сообщение. Кибер-1 пишет. Привет всем, кого знаю. Привет, Кибер-1. И привет, MTV. Как посмотрю вас, так сразу писать. Нет, писать хочется. А, писать вам письмо. Окей. Okay. Это от quake.cityline.ru. Мы точно не знаем, от кого это. Привет всем квакерам, особенно клану CSD. И пожелаем удачи клану AMD в нелегкой борьбе с иноземным кланом. Девятки. Короче. Что он сказал? Короче. А, еще время потянуть. Насколько я помню, пора музыку заказывать. И написано «Цзант». Да? Mm-hmm. А, что? Mm-hmm. Скутер? Зант. Зант. Окей, Зант на MTV. Специально для quake.cityline.ru. Наслаждайтесь, впереди полевая почта MTV. Ждали. Об этом говорили. Это произошло. Большое русское кино на большом экране. Главная кинофабрика страны. Действует. Семь фильмов Мосфильма. Подробно на каждой картине смотрите в программе «Большое кино». В субботу в 13.18, в воскресенье в 9.30 и час ночи. Самая моя большая мечта – это открыть свою фотостудию и купить автомобиль «Чайка» ГАЗ-13. Выучиться хорошо, никуда
С трудоустройством и все. Я хочу получить высшее образование, а замуж выходить я не хочу. А я хочу замуж. Я хочу полететь в космос. А мы просто хотели попасть в камеру. Пепси, бери от жизни все. Только на канале MCV. MCV. Премьера клипа. Снегири! Почему так вышло, почему? Ой-ой-ой. Правда, не похоже на мечту. Пенный каприз на MTV, к нам присоединился Сева, я Василий Стрельников. Яночка, доброе утро. Здравствуй. Чего? Здравствуй, Кварев. Не знаю, у меня микрофон, ничего не слышно для меня. Саша Кам и все остальные. И Талгат Орлов, вот, пожалуйста, так Талгат Орлов смотрит нашу передачу. Или, по крайней мере, он так себя чувствует после просмотра нашей передачи. Через пару секунд полевая почта MTV. Как вы помните, на прошлой неделе я получил исковое заявление. На меня в суд подавали на целую сумму, кажется, 10 тысяч рублей. И вот мы тут сделали, открыли фонд, который называется «Истец», да? Вот, Севочка. Доброе утро, Севочка. Вот. И вот, что мы получили за эту неделю. Вот пришел... Чек. Адын, да? Адын Лимонь. Это, кстати, от дилера из... Дилер, да? Дилер, большое спасибо. Это мы уже видели. Вот тут еще поступило пару денежек. Мы об этом поговорим чуть-чуть попозже, хорошо? Вот, пожалуйста, вот еще. Это Каспер. Каспер, большое спасибо. Вот. Какие там, кто-то ездит за какими-то деньгами, за какие-то за границы. У нас, вот, видите, сколько можно собрать денег, да? Правильно я говорю? Привет, MTV, меня зовут Дрон, я из Ромбуэ. Ромбуэ. Обязательно просите мои каракули и покажите Колю Кактуса с собакой на нем. Выполняем. Вот это наш адрес. И сейчас, пожалуй, перейдем к следующему. Найдите себе друга или подругу по переписке. Запомните этот адрес. Приветик, меня зовут Мия. Как это мило? О, привет, Ян. Здравствуй, Кварю. Чего говоришь? Ты тормоз, ты вот что. Зовут Мия, и я хочу переписываться. Неважно с кем. Главное, чтобы мужики любили так же, как я. Или вообще не любили. О, как? Подпись Мия. О, как. Вот ее от Саша Кам. Вот сюда, пожалуйста. Мия Маша Смит at hotmail.com. Спасибо. Мия Маша Смит, желаю удачной переписки. Как всегда, дайте нам знать, как пошли дела. Нашли ли вы того самого единственного, которого искали всю жизнь? Мы же хотим такие вещи знать, да? Короче. Че? Что? Короче, Склифосовский. Не слышу. Василек, порадуй самого счастливого и влюбленного человека в нашем бренном мире. Я порадую тебя. Передай привет, пожалуйста, Курбатову Михаилу. Скажи, что я его люблю больше всех на свете и очень скучаю, когда его нет рядом. Секите. Теперь, Васек, я скажу, как я тебя радовать буду. Вау. Прибавлю в этот мир еще одного Васька. Знаешь, как пишет Алина? Когда у нас родится сын, то мы его назовем в твою честь. Алиночка... Он и похож на тебя будет. Да-да-да-да-да. Привет, Ян. Как дела? И заявочка, да? Вовик. Привет, Вовик. Из города... Из города Семилуки. Правильно я говорю? В аппаратной. Я очень долго репетировал. Короче, Семилуки. Вот, короче. Линда. Пожалуйста, Линда. Вот, пожалуйста. Краткость, сестра ж таланта. Ты же гениален, Вася. Вовик. Наслаждайся Линдой. А впереди у нас еще фотогалерея и куча всякой хорошей музыки на MTV. Гениально! Yes! Yes!
О, доброе утро. Наш факс 974-1947. Мы, это MTV, Weekend Caprice, Василий Стрельников. Яна где-то здесь была, не знаю, она какая-то сегодня очень тихая. Саша Кам. И... Яночка, правильно во время этой песни сказали, что это микрофон, а это не Клинтон, и ты не Моника. Окей. Вот, пожалуйста, видите, это все насчет иска. Это Андрей Вайт. Видите, нам прислал 10 Васьков, 5 Васьков, 15 Яночек, 1 кактус, 3 Сашка и 100 Сев! Сева! Ты самый у нас дорогой здесь и любимый. Большое спасибо, Андрей Вайт. Вот наш адрес, кстати, насчет, как это мы называем, викенд обострения, да? На самом деле, это Таня Флора. И, пожалуйста, не надо шутить насчет этой фамилии. Таня Флора... Вот ее фотография, пожалуйста. Таня Флора очень хороший человек. Таню Флору я знаю очень давно, еще со времен той другой жизни. И это в наш музей. Большое спасибо, очень приятно от вас слышать, Танечка. А далее, переходим к заявкам. Да? Значит, очень много пришло на этот раз, очень много пришло по этому адресу заявок на некого Тупака. Я сижу перед ящиком балдю, написано. Хочу слышать и видеть Тупак. Яселек пишет, окей. Вам тут недавно письмешко приходило про вирус Windows 95. Там, случайно, не было сказано обратного email-адреса? Ну, или какого-нибудь другого? Вечный фанат Бивиса и Батхеда, MTV, Prodigy, Боча. Обострение. Я только знаю одного человека, который подписывается Боча. Не Таня ли это Бочарова? Боча, если это ты, привет. Зовут меня Толян. Следующее сообщение. Пожалуйста, передайте от меня привет всему Новосибирску и в честь этого поставьте песню Tupac Changes. И, наконец-таки, что у нас тут? Чё вы мои сообщения не читаете? Я же ваше мыло замучаю. Снова белая фиалка. Для всех вас. И для Яночки, и для Севы, и вообще для всех. Tupac Changes. Ага. Да, приехали. Поехали! Уже? Поехали, доброе утро, Викендный каприз на MTV. Только что Tupac и Changes. И вот Арсений и Катя прислали очень интересную фотографию, как семейство Клинтона проводили Christmas, видимо, или Новый год. Вы на этой фотографии увидите Билла, Монику, Кеннета Стара и всю остальную компанию. Вот они все, как это приятно. Большое спасибо, Арсений и Катя. Очень приятно. Обострение продолжается. Бабушки объявились. Бабушки снова. Бабушки присылают нам вот свои фотокомиксы, как они смотрят и наслаждаются MTV, вот это, правда, вот сюда, хорошо. Продолжайте или хватит? Это вот комиксы «Бабушки» и MTV. Окей? Вот. Я, если честно... Вот. Твоя бабушка. Нет, у меня бабушки нету давно уже. Я, честно говоря, я очень благодарен за эти фотокомиксы, но я не совсем понимаю... Вот что мы едим. Это что? Вот, это каша, видимо. Вот это вот каша с... Вот это сахар, вот это бабушка. Я, если честно, кстати, вот посмотрите, на обратной стороне вот очень много всего описано. Я не понимаю почерк и вообще, честно говоря, бабушке не могу понять, о чем идет речь. Но продолжайте. Зрителям нравится. Зрителям нравится. Я на тем временем, вот Коля Кактус ее немножко это самое сделал. Да. Деньги продолжают поступать в виде вот этих вот факсов. Видите, пожалуйста, стольник нам пришел. Десяточка нам пришла. Чирик, да, это как называется. Вот. Вот, большое спасибо. Это нам понадобится для истеца, да? Впереди не забудьте фотогалерея дяди Васи или их разыскивает MTV. А сейчас очередная заявка. Викендный каприз на MTV. Привет! Анютка пишет. У меня... Что? Что случилось? Диагностировали болезнь. Она называется MTV. Плиз, Вася, не дай умереть. Поставь лекарство под названием 9PM. Шлю огромный привет всей группе ММР. 102, журфака УРГУ города Екатеринбурга. Яночка и Саша Кам, помашите мне ручкой. Бай-бай. Саша? Яна? Очень хорошо. Сейчас, Анюта, поставим. Александр, привет, Вася, Яна и Саша Кам. Пожалуйста, клипчик бы мне ATB 9PM Till I Come. Привет и всем. Till I Come. У тебя же голос будет прорываться сегодня? Нет? Не знаю. И последний на сегодня, что касается ATB 9PM. Вася, тезка, привет всей вашей компании из Красноярска. Привет, Красноярск. Если честно, мне кажется, что у вас там у всех немного фишку посрывало. Да, у нас викенд. Обострение продолжается. Для всех вас. Вот еще. Покажите в экране, пожалуйста, Яну, если можно. Это случайно не Яна, которая большое кино ведет? Да.
Okay. ATV, 9 p.m. Ежедневно диджеи MTV, Тута и Лика выполняют ваши музыкальные капризы. Держите нос по ветру, хвост пистолетом. До прихода наших гостей осталось совсем немного времени. Каждый день, только в дневном капризе, ток-шоу со звездами. Запомните, только с 15 до 18, только на MTV. До полного изменения имиджа канала осталось 5 дней. Изменись вместе с MTV. Викендный каприз на MTV, субботнее утро вместе с Василием Стрельником, с Яночкой. С Яночкой, доброе утро, Яночка, и Сашей, Кам, Сева тут у нас что-то. И вы знаете, обострение действительно продолжается, Weekend обострение 2. Вот наш адрес, факс на всякий случай 974-1947, впереди буквально после следующей песни фотогалерея дяди Васи. И вот аноним пишет: «Привет, Вася». Кстати, письмо очень большое. Большое спасибо, аноним, который при этом оставляет свое имя, свой телефон и адрес. Мы с Севой приедем. Вот такие у нас анонимы. Кстати, Вася, это сейчас избранные места как бы. Кстати, Вася, как зовут твоего любовника и ходишь ли ты в гей-клубы? Короче, ты лох, и как таких тормозов только на телевидении берут? Дальше он просто конкретно начинает. Вася, это для тебя. Ты пи. Упырь. Упырь можно говорить? Упырь можно. Задница, баклан, пельмень, урод. Как? Чего? Кашка, идиот, крендель. Сволочь можно говорить? Сволочь, можно. Дурак. Козел, баран, придурок, вонючка, чмырь, недорезанный. Кто? Скажи мне. Тормоз. Лох. Ну и так далее. С любовью, Павлик. Спасибо, аноним, Павлик. Это было очень хорошо. Это письмо тоже отправляется в нашу фотогалерею. Яночка, изучи, пожалуйста. Это к бабушкам вместе. Ведро. Бабушкам. Ведро, да? Маруся, привет, МТВ. Хочу передать приветики студентам первого курса вечернего факультета МГИМО, особенно Мадине, Наталье и Катерине. Огромное спасибо, Вася. Люблю, целую, чмок. Маруся, Дмитрий пишет. Гриц идут тем, кто слышал слово MTV, тем, кто слышал человека по имени Чиж, тем, кто слышал, как шипит модем, тем, кто слышал много хорошей музыки и, наконец, тем, кто видел меня. Окей, Дмитрий. И. Привет, каприз. Пользуясь случаем, хочу передать привет моим друзьям и подругам, знающим меня по нику Hammer. Особенно Линку. Линку. Ударение на последний слог. Окей. Хочу, чтобы вы поставили что-нибудь из Rockset. Только... You wish I could fly. Вот это я понимаю. Любители Rockset. Найди. Объединяйтесь. Это Rockset на MTV. Что мы будем ставить? You don't understand me. Вот ты меня вообще не понимаешь и не слышишь даже. Говорю же, короче. Аллилуйя. Пикенный каприз на MTV с Яной, которая стоит как статуя свободы сейчас. Саша Кам, который еле держится на ногах после вчерашнего. И ваши сообщения вот по этому адресу. Привет, дорогуши, MTV Cool, это пишет Лекс Мед. Пишет вам один замученный студент, замучила, сука, любовь. Вась, передай привет театру Гей Бродвей. Намек понял, если нет, разъясняю. Хочу Михея и Джуманджи, а именно ту самую суку любовь. Я вас всех люблю, особенно тебя, Вася. Фотогалерея дяди Вася сейчас у нас, окей? Okay. Потрясающие вещи на этой неделе. Потрясающие. Когда снег уберете с крыш, а?
Уже весна пришла! Не ори! Хорош гудить! О, дебилы. Вот, дорогие друзья, а давайте я сюда встану, да? Саша, как правильно мы делаем с тобой? Грамотно, профессионально все. Итак, ваши фотографии. Пишет вам Максим из Красноярска. Приколись, бакланы, нас показывают по ящику, говорит Виталь. Что правда, говорит Муха, круто, говорит Дима. Отлично? Отлично, так и держать. Дальше, обострение продолжается на MTV, Викенный каприз. Это Саша. Вот это его сняли, вот это Саша. Это его сняли, когда он узнал, что в Красноярске будет транслироваться MTV. Саша, молодец, так и держать. Далее. Обострение усугубляется. Майк Таран присылает свою фотографию, только... Обратите внимание, что все они одинаково выглядят как-то, и непонятно, кто из них Майк Таран. Отлично. Но на этом обострение еще не заканчивается. Дальше IK. Вот он, IK. Пишет, вот так я смотрю на вас, когда вы не исполняете мои заявки. Передайте привет школе 15 города Королева, в особенности 11-му Б-класса. Здесь похож немножко на этого лидера-вокалиста. Или Cure, или не знаю. Вот, вот это вот самая лучшая работа на сегодняшний день, мне так кажется. Это Дима прислал. Московская область, город Щербинка. Вы посмотрите, что он делает. Саша, кам сюда. Вот они все главные герои MTV. Вы их всех знаете, вы их всех любите, мы надеемся. Теперь обрати внимание сюда. Вот обострение, где начинается. Это вы знаете кто? Это Туточка. Это, конечно, Батхед, это Бивис. А кто у нас тут родился? А ты Севочка! Сева стал знаменитым. А вот, да, а вот фотография Севы, когда Сева немножко вырос. И папе Батхеду принес свою девушку. Ну, как мило, да? Приволок тёлку. Вот именно. Отлично, Дима, это супер. Это действительно отправляется в нашу галерею. Вася Бахтит из Екатеринбурга. Вот так вот держать. Что-то он сейчас там цепь дергает, ему сейчас по башке что-то стукнет. Но ничего, весна пришла, нормально, мы все понимаем. Андрей Жиханов. Вот так, видимо... Ой. Вы знаете, я лучше здесь комментировать не буду. Всем привет из группы МТ-401, ТМ-403 Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения. Отличный снимок, Андрей. И, пожалуй, на сегодня самый главный снимок. От Сергея Бриславского из Московской области, из Подольского? Да, из Подольского района. Я практически голос. Нет, сюда, сюда. О, ну, Яночка, это тебе. А вы все наслаждаетесь сукой любовью на MTV. Сука, любовь. Каждый день опытные селекционеры MTV отбирают для вас только лучшие плоды, выросшие на плантациях музыкального телевидения. 7 дней в неделю изысканное меню ласкает ваше зрение и слух первоклассными блюдами, которые готовят лучшие повара. Дневной каприз с пармезаном и базиликом, музыкальное чтиво под соусом бешамель, Бивис и Батхен, трех степеней прожарки. Двадцатка самых-самых с кленовым сиропом и свежими фруктами. А также все, что может прийти на ум настоящим гурманам и тонким ценителям музыки. Каждый день только вкусная и здоровая пища на MTV. Самый главный принес. Биг Босс. Это Биг Босс принес. Окей, отлично. Вау. Отлично, доброе утро. Еще... Тебе не засудят. А? Тебе не засудят. Ну ладно, пока в общую копилку. Скипи, доброе утро. По этому адресу пришло следующее. Доброго утрища, поставьте плиз что-нибудь, чтобы серое вещество начало функционировать. Например, старика Мэнсона. Не знаю, не знаю. И вообще давно мы что-то не слышали Pretty Fly for a White Guy.
и не услышим. Привет, Вася, и все такое. My name is Nina, я из Саратова. Уже с месяц смотрю MTV и музыкальный «Викенный каприз» в том числе. Передай, пожалуйста, привет Ольге Худяковой и поставь Marilyn Manson, окей? И самое, пожалуй, интересное из всей этой истории, что касается поклонников Marilyn Manson, это она или он? Это оно. Это оно, да. Московская область, Наро-Фоминский район, Андрей. Андрей. Эта композиция называется «Тута замочит всех». Вау. Окей, если это еще, я понимаю, что это Шварц... Вот это вот, пардонте, вот это вот Шварценеггер, да? То вот это вот кто? Боже мой, откуда это? Это не... Которая Алина? Или это не та ли... Это вот то ли Алина, то ли Виджей, коллега наш с другого канала. Это, видимо, сам Андрей и... Вот, а это вот так мы любим Марилина Мэнсона. На MTV. Доброе утро и почти уже... Сева, что ты делаешь? Сева! Локшот, до свидания. Очень мало времени остается. Вот наш адрес, наш почтовый адрес, если хотите нам написать письмо или что-нибудь клевое прислать, ради бога. 113-093, Москва, 1 Щипковский переулок, 1, Weekend Caprice. Факс 974-1947, работает всю неделю для вас. И завтра мы продолжим тему весеннее обострение Weekend Caprice MTV. Последняя заявочка. Все? Это Роман Андросов. Привет замечательной Москве от славного Питера. Нам очень нравятся все ваши игрушки, особенно нам нравится ваше американское произношение. И поставьте нам, пожалуйста, наших питерских раста. Марк Шайдер Кунст. У меня когда-то такое заболевание, кажется, было. Неважно. Have a nice weekend. You have a nice weekend. Яночка, выздоравливай. Обострение у тебя было. Пока. Мы все против наркотиков.